Я хочу, чтобы вы дали мне повестку. Вы меня сейчас силой никуда не повезете, я вам говорю об этом. Вы должны будете проехать. Я проеду, когда будет повестка представлена, и когда вы мне обоснуете нормально, в чем дело и так далее. Я законы знаю, у меня маленький ребенок дома остался, я к вам вышла, потому что вы представились прокурором. Вы представились. Вы обоснованно подозреваете, вы в розыске состоите. Да не состою я в розыске. На сигнальном учете. Я вам показывала так, эту бумагу. Давайте не будем брать. Вы мне солгали один раз. Представились прокурором города. Я понял, что вы на видео снимаете. Мало того, это все идет сейчас в прямом эфире. Вся страна опять будет видеть. Вы ко мне позвонили. Сказали, что вы прокурор. Что в отношении меня... Я вас не избиваю, правильно? Вы меня незаконно собираетесь куда-то доставить. Без повестки, без ничего. На сигнальном учете Жакаева Ахметова Жанна Бутаева состоит. Вот. Я ухожу, не надо. Пожалуйста, патруль отправьте, пожалуйста, на ВАИ. Вот сотрудник полиции. А почему патруль? Где повестка? Успокойтесь, пожалуйста, постойте здесь. А повестка где? Алло. В связи с чем меня патрулем забирают? 177-я. Если есть мошенничество, дайте мне повестку, я приду. РОПу. Буран, вышлите, пожалуйста, Таугуль, дом 2, около дома, Таугуль 2, дом 13, около...